Я бы хотела рассказать о непростой судьбе своего прадеда в годы Великой Отечественной войны. Артистка театра музыкальной комедии Евгения Реутова. Богатырев Павел Петрович родился в 1911 году. В сентябре 1941 года он ушел на фронт. Вскоре попал в плен. Павел Петрович пережил 4 страшных года Освенцима. Выжил только потому, что мог смиренно работать и мог терпеть голод. Кормили там редкой гадостью, которую есть было совершенно невозможно, но давали травяной отвар. Только этим прадед и спасался. Вообще голод на всю жизнь оставил след. Он ел мало, всегда молча, не признавал никаких изысканных блюд, не любил садиться за праздничный стол. В такие моменты он тихо уходил и плакал. Крошки со стола он всегда смахивал в ладонь. Из плена он бежал дважды. Видимо, первая попытка его была неуспешной, и его вернули назад. Но вторая попытка побега удалась. Во время второго побега он добирался до польской деревни через леса, и там ел какие-то ягоды. И у него тогда началась страшнейшая дизентерия. Но каким-то чудом он, больной и обессиленный, добрался все-таки до польской деревни. Там его нашла и выходила пожилая женщина. Она держала его у себя в погребе и отпаивала молоком. Вскоре он ушел из польской деревни и попал к партизанам. После окончания войны прадед попал к НКВД. После разбирательств с НКВД домой он вернулся только весной 1946 года. Вообще, годы войны вспоминал всегда со слезами. А еще часто он ночами плохо спал, кричал, шел в атаку. Часто сон сопровождался страшной головной болью. Весной 1982 года в одну из таких ночей прадед так и остался там, на поле боя, идя в атаку за Родину. Программа создана при поддержке администрации Оренбурга.